В зале администрации района состоялось совещание с участием директора ООО «Экоцентр», заместителя главы по строительству, архитектуре и ЖКХ, глав сельских поселений, начальников управлений ведомств администрации. Мероприятие прошло под руководством главы района Заура Хамирзова. В начале совещания директор адыгейского филиала ООО «Экоцентр» Нальбия Либертов подвел краткий итог работы регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов на территории Кашхабльского района за 2019 год. Ну, первое, по эксплуатации, то есть по вывозу мусора. Я считаю, что мы организовали вывоз со всех населенных пунктов Кашхабльского района. Значит, графики есть, графики согласованы. Считаю, что они выполняются, но вместе с тем хотелось бы от вас услышать, значит, есть ли какие-то проблемы, если есть, значит, обозначить их, готов содействовать в решении, в быстром решении всех вопросов, которые возникают. Свои замечания и предложения по поводу работы организации высказали практически все главы сельских поселений. В основном они касались сбоя графика вывоза мусора, недостаточного охвата домовладений, выезда специалистов экоцентра в поселениях района и так далее. Руководителям компании все замечания были приняты к сведению. Со своей стороны хочу сказать, что мы готовы реагировать на все эти ваши вопросы, значит, вот такие моменты будем отрабатывать, чтобы не допускать по возможности. Но объективность надо сказать, что на самом деле есть проблемы у нас с людьми, с водителями, часто меняется. Работа не совсем, как бы, будем говорить, привлекательная. Проблемы с грузчиками. Поэтому есть свои нюансы. Но это ни в коем разе не должно сказываться на общей нашей деятельности, поэтому мы готовы принимать меры. Также Нальбия Либертов дал разъяснение по поводу несоответствия сумм оплаты в квитанциях. Вообще у нас тариф, да, изначально, который был, 101 рубль 34 копейки. Но тариф, это самое, ну, на год устанавливается, и в течение года он не меняется. Поэтому, значит, тариф остался как есть. Но с другой стороны, ООО «Экоцентр», значит, ну, как бы, своим решением снизил тариф для отдельных, допустим, граждан, ну, к слову говоря, проживающих в сельской местности, до 70 рублей. Поэтому 101.34 или там с 1 июля чуть он не снизился, он так и есть, он, тариф же не меняется. Но там следующая графа — перерасчет. И если конечную цифру разделить на количество проживающих, вот эти 70 рублей выходят. Руководитель экоцентра в своем выступлении отметил, что с нового года тарифы на оплату изменятся. Разговор шел и о платежной дисциплине населения. На сегодняшний день собираемость платежей по району составляет около 43%, что, несомненно, низко. В связи с этим с начала нового года начнется претензионная работа по взысканию платежей. В завершении совещания глава района поблагодарил руководителя экоцентра и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.